Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда 3 на 12 с двумя перегородками, 6-й поликарбонат. Сейчас приехали, разложились и пойдем его собирать. Собирать будем вот там построено у нас основание деревянное. Сейчас там начнем этим всем заниматься. Пока что готовим поликарбонат и параллельно обшиваем торцы. Сейчас теплица практически готов. Закрепили к основанию. Сейчас докручиваем верхние прогоны. Все, погода сегодня нелетная. Так, как будем успевать, пока не знаю. Сейчас надо сделать пропилы под двери. Двери опускаться будут. Стеновая и торцевые. Будут опускаться дверки. У нас строительство теплицы Легенда. 3 на 12. Начался второй день. Вчера вот успели поставить каркас, обшить стены. Сейчас нужно их прокрутить, разобраться с форточками, покрыть крышу. Работы много, работаем дальше. Покрыли мы крышу поликом. Сейчас будем устанавливать форточные блоки, доделывать двери, форточки стеновые. И останется потом подвязку натянуть. А также прокрутить весь поликарбонат, что на стенах, что на крыше. У нас монтаж, напоминаю, строили теплицу Легенда 3 на 12. Идем смотреть. Распашные дверь, форточка с каждого торца. Имеются две перегородки глухие, делят теплицу на три равные части. То есть получается по 4 метра. В каждом отсеке есть стеновые форточки на термоприводах. Есть форточные блоки тоже на термоприводах. Термоприводы включены на зиму. Стоит все на брусе. Брус 150 на 150, обработан, закреплен. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Поликарбонат здесь не такой, как обычно. Здесь не 4, а 6 мм. 0,8 плотность. Вот, кстати, такая дверь стеновая, двухстворчатая. С помощью нее заходим в средний отсек. Тут у нас два форточных блока и две стеновые фрамуги. Идем дальше. Дальше у нас дверь распашная, три стеновые, один форточный блок. Также имеются диагональные усилители. Все торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем. Вот такая вот отличная, очень большая и объемная, и длинная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.